В этом году месячник благоустройства в Ленинском городском округе будет проведен в апреле. В рамках него мемориальные места муниципалитета также будут приведены в порядок. Всего в Ленинском городском округе 38 мемориальных мест. 32 в этом году будут приведены в порядок. Возникает вопрос, почему не все? В округе регулярно следят за состоянием мемориальных мест, и некоторые из них были отреставрированы ранее, как, например, этот знаменитый зеленый танк в Расторгуеве. Масштабную реконструкцию стелы и ремонт танка здесь производили буквально год назад. Теперь это место радует глаз проезжающих мимо водителей и притягивает к себе прохожих. Эти места были, будут и есть. Надо их поддерживать, да. Сейчас в активной фазе находится ремонт одного из мемориальных мест – аллеи Славы в городе Видное. Эта территория не входила в программу комплексной реконструкции, которая производилась в прошлом году вокруг кинотеатра «Искра». Поэтому ее приводят в надлежащее состояние сейчас. Реставрация завершится через 2 недели. У нас будет здесь замена значительной части панелей гранитных, тех, которые уже вышли из строя. Вот. И помимо вот этой самих стел, будет также отремонтированы подходы и вот сама аллея. Также масштабная реставрация мемориальных мест предстоит в Молокове, в деревне Спасская, на входе в Расторгуевское кладбище. 4 апреля вокруг всех памятных мест будет произведена генеральная уборка, все памятники помоют, а завершатся все ремонтные работы до 30 апреля. Это очень хорошая программа. Во-первых, мы жителей оповещаем, что мы ремонтируем именно места памяти, а не просто там что-то разрушаем. Мы к этому относимся очень аккуратно. И когда будем приводить места памяти в надлежащее состояние в рамках субботника, надеюсь, что он состоится, будем привлекать, естественно, детей, молодежь, подростков, которые должны ценить и помнить о том, ради чего вообще стоят эти памятники. Таким образом, к 75-летию празднования Великой Победы все места памяти будут приведены в порядок. И будем надеяться, что эпидемиологическая ситуация позволит должным образом отдать дань памяти павшим в боях героям. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.